И желтая, конечно, желтая карточка. Из-за боковой. Не так уж и далеко от чужих ворот. Тут не забыли, что желтый у игрока есть, а вот сам он, похоже, забыл. В таких случаях болельщики спорят. Не было желтой карточки, не было, когда их убедят, что была, и начнут спорить, что не было первой. Но что толку спорить, когда игрока уже в поле выгнали? А я считаю, что и три... Посмотрим, что принесет этот угловой.
пауза в игре после судейского свистка. Ждем решения арбитра. И арбитр предъявляет желтую карточку игроку. Вратари часто и забивают, и вот случай как раз такой. Он пришел не для того, чтобы забили ему, правда? Финальный свисток. 2-1 окончательный счет встречи. Вот она общая организация игры. Даже в случае удаления, это ж не хоккей, да, 10 против 11, и выиграть даже можно, как выясняется. Очень грамотно, и я думаю, тренер здесь не последнюю роль сыграл. Мне, комментатору матча Юрию Розанову, остается поблагодарить вас, уважаемые зрители, за внимание и пожелать всего хорошего.